В Казахстане не отменят решение о переходе на единый часовой поезд из-за жалоб жителей Восточного Казахстана. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил глава Минторговли и интеграции Арман Шакалиев. Ранее местные жители не раз обращались и говорили, что после перевода часов рассветы и закаты в их регионе станут наступать слишком рано. Однако министр отметил, что постановление уже принято, и с 1 марта все казахстанцы будут в одном часовом поясе. Что касается высказываний и позиций наших граждан Восточно-Казахстанской области, то мы уже практически на прошлой неделе все районы выездные совещания провели, встретились с сельчанами, со всеми, кто высказывал свое мнение. Была большая группа ученых, они с доказательной базой, практически, можно сказать, простым языком, в схемах показали и убедили, что...